Национальный банк ввел в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен. С 25 октября новые банкноты стали обязательными для принятия в качестве платежного средства. Ранее самым большим номиналом была банкнота в 500 гривен, которую ввели в 2006 году. С тех пор объем экономики изменился, выросла среднемесячная зарплата, и для ее получения нужно уже не менее 20 банкнот. В Нацбанке утверждают, что новая банкнота сделает расчеты удобнее для граждан и будет способствовать уменьшению валютных операций, а также позволит банку сэкономить на печати и хранении банкнот.